Всем привет, дорогие друзья. Это снова Warframe. Тут давались бесплатные уши, я на себя их надел, но, по-моему, они как-то по-уродски выглядят, поэтому давайте их снимем. Пусто. Как-то с ушами не особо норм. Ну да ладно, мы отправляемся дальше. На Меркурии. Встретитесь с вором лицом к лицу. Наконец-то нам предстоит драчка. Главное не умирать. Угу. Задача убийства. Мне тут многие писали, что не надо собирать вот это все. Не надо останавливаться, тратить на это время. Да хочется просто. Чего, ребята, так для удовольствия. Не обязательно всех убивать там на уровне, просто беги к цели. Перелез! Обошел сзади! Удар! Он не успел ничего подумать. Чистая работа. Почти чистая. И, мол, беги только к этому, к желтому значку. Хоп. 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 Всем лежать. Работает снайпер. В смысле, спецназ. Так, ты что здесь забыл? Кто-то включил тревогу. Ну, смотри, давай. Вот она! Где что надо? Кто-то по мне там... Ты что, в упор по мне стрелял, что ли? Вот дрянь. Смотри. Кода! Все? Спатеньки. Иди сюда. Сюда. Давай, поднимайся. 1-1. Слабак. Нету ручек, нету мультиков. Я угомоню тебя. Нет, я угомоню тебя. Охрана, не спи.
Вот собачий сын. Ой. Я вообще-то использовал по этим утыркам свои суперспособности. Ой, понял. Ой, ой, ой. Тихо, 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 тихо. Где там что-то влетает? Какая-то молния. О-о-о. Понял, перезарядочка. Перезарядочка. А так, какой тебе разговор? Ты сволочь. Что-то у меня с ХП совсем плохо. Где его ХП показывается, интересно? На тебе, скотина. Я что, убил его? Я что, убил его? Да я крут! Я убил этого пентюха. Нет, не убил. Откуда? О, новый уровень. Ты как? Ты дрянь такая. Куда убил? О, рука чья-то. Ха! Смотри, 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 смотри. Сколько их там? Давай, вылезай. Там энергию я вижу. Даже не думай со мной драться. Я убил вашего капитана вора.
Мне нужна энергия. Вон сколько ее тут. Так, а троечка? Ничего. Ничего. Так, если... Как бы себе ХП генерить? Ух, ни хрена тут их. Типа засада. Такая беспалевная засада. О, хпшечка. Хорошо. Нет! Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Японский городовой, сколько у вас тут? Да затравливая. Неплохо он мне засадил. Весь щит пробил нафиг просто. Такие ноги, руки. Ой-ой-ой. Типа я тебя не вижу, да? Прекрасное укрытие, ребят. Так держать. Получше, конечно. Да откуда вы здесь беретесь? Дайте мне хп еще. Давай, стреляй. Так, где-то здесь, кстати, зелененькая. А, не, не здесь. Опять ты здесь? Я ж тебя убивал там. О, что-то есть. Стоит, блин. Спрятался. Так, вот там что-то есть.
Какая пехота? А, вон туда типа можно сигануть. Прыг, 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 прыг. Будь любезен, прыг. Это снизу ходит? Фига себе. Что было? Блин, наверху. Конечно, спину надо. Чего вообще здесь интересного может быть? Здесь ничего. Только словить еще пулик в лоб. Понял. Говорят, вот это не открывай. Я открою. Так, ладно, айда обратно. Ну, алло. Тихо, 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 тихо. Что у нас здесь? Такое ощущение, что я обратно вернулся вообще. What?
Это все? Как-то просто этот босс взялся. You've done it, Tenno. Vor's Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Vor was just a part of the Grineer machine. Призвора. We have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they. Что далее? Что за хрень? We will be at your side. There will be others too. It is time for после пробуждения. So, what mission will you do next? Так, что у нас в кузнице можно сделать? Ничего. Прекрасно. Какое-нибудь тяп оружие. Или себя улучшить. Все так же не дает возможности ставить слот. Так, здесь только такой. Может, теперь дашь? Нет. Может, все 4 стоит. Ладно. Так, искажение магазина, искажение магазина, барабанный магазин, все фигня. Excellent armaments, operator. Please return covered in blood. Safe and sound. Здесь тоже ничего такого нету. Можно еще урон электричеством, но, по-моему, у меня такой стоит. Да, шокирующее касание, 15 урон электричества. Поврежденные. А. Поврежденные. Вот крит атаки, хорошо. Поврежденные надо все слить. Так полагаю. Ну что ж, вот такой вот получился. О, капитан Вор. В принципе, несложный, если от него прятаться вовремя. Надеюсь, вам понравилось. Мы будем продолжать свои приключения. Кстати, нам, да, сюда надо за призом Вора отправиться. Нет? Недоступно. А указывало сюда. Да, сюда указывает. Видимо, вот на эту. Зачистка. 6-8 уровень. Понятно. После пробуждения. Квесты. Вторжение. Это мне по барабану. Так, а здесь у меня что? Скоро второй уровень. Ну да ладно, квесты в другой раз будут. А эти продолжают болтать. А мы с вами прощаемся. Не забудьте ставить лайки. Всем пока.